Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и чем разработчики нас порадовали в субботу? Есть розыгрыш бомбический, но он абсолютно атипичный, то есть не такой, как были розыгрыши до этого. Плюс к тому, в магазине появились контейнеры с контейнерами на разные нации. Так и называется, звезды нации. Здесь за 6000 голды можно открыть 6 разных контейнеров. Это у нас контейнеры китайские, есть контейнеры европейской нации, есть контейнеры французские. Также сюда положили немецкие контейнеры, которые я считаю самыми классными в игре из национальных контейнеров. Здесь есть американские контейнеры и в завершении советская техника. Короче говоря, удовольствие данное стоит 6000. Я не готов платить голду за открытие данных контейнеров. Но если вдруг среди вас, ребят, есть те, кто эти контейнеры будут открывать себе в удовольствие, то я буду вам благодарен, если на известную электронную почту вы сбросите мне данную запись, ну, для того, чтобы я смог ее опубликовать. Заранее спасибо большое всем тем, кто присылал записи до этого, ну и пришлет новые. Что же касается нашего розыгрыша бомбически. Вроде бы все типично, но, ребят, появилось два новых контейнера в этом розыгрыше. Ранее никогда в этом розыгрыше не было контейнеров с анимированными аватарами. Я не думаю, что это какая-то прям прелесть и радость, но констатации факты ради говорю. Также здесь появились действительно классные контейнеры. Это контейнеры «Огромный сюрприз». Что такое контейнеры «Огромный сюрприз»? Это значит, что из этого контейнера вам выпадет один из контейнеров на какую-то машину. Начиная от, допустим, там М60, это десятка, и такой машины, как, допустим, К-91 или Пудель, что не очень хорошо. Что хорошо вот в этих вот контейнерах? Хорошо, простите, то, что если вам выпадает, допустим, ну, теоретически контейнер на М60, то либо М60 вам дропнется отсюда, либо 5000 золота, ну и, соответственно, есть свои шансы на выпадение. 20% на машину и 80%, что вам упадет 5000 голды. Поэтому, прокручивая данную рулетку, если данный контейнер вам выпадает, то, в принципе, есть вероятность, что вы получите в плюс себе какую-то сумму голды. Ну, понятное дело, что с историей того же самого Пуделя все немножко по-другому. 750 золота вы получите в случае, если Пудель вам не выпадет. Ну и сам Пудель тоже, честно говоря, такое себе. Что хочется сказать от себя еще? Это самая дорогая рулетка, которую я помню в нашей игре. И стоит отметить, что это самое большое количество прокрутов, которые я помню в наших рулетках. Целых 51 прокрут. И так, чтобы вы понимали, полностью вся рулетка, все 51 прокрут вам обойдутся в 66 843 голды. Это просто сумасшедшая сумма. И у меня, честно говоря, на основном аккаунте, где я очень долго копил голду, и плюс ребята мне подарки присылали, нет такой суммы, чтобы открыть всю данную рулетку. Я не знаю, на кого она рассчитана, уж явно не на простых игроков, а на тех, которые не кисло донатят в игру. Что же касается главной награды, то здесь целых 20 контейнеров бомбических. Что касается вероятностей и шансов, ну, я бы сказал так. Понятное дело, что в первую очередь вероятности и шансы все уходят в пользу таких великолепнейших, в кавычках говоря, контейнеров, как контейнеры с кастомизацией, целых 18,3%, и контейнер с анимированными аватарами, целых 15,8%. Короче говоря, практически половина шансов выпадения первыми занимают как раз самые ненужные, как мне кажется, контейнеры никому из игроков. Ну, по крайней мере, за голду, мне кажется, что навряд ли есть много желающих покупать себе контейнеры с кастомизацией, допустим. Что касается мистических контейнеров, то здесь на один мистический контейнер шанс 11,5% и 6% на 3 таких контейнера. А вот что касается главной награды, а именно контейнеры, которые все мы хотим получить, это бомбические, то здесь, ребят, за этих 20 контейнеров порадуется, конечно, каждый, но здесь шанс выпадения 0,12%. Короче говоря, такое себе. А вот что касается контейнера «Огромный сюрприз», то здесь неполные 5%. И, честно говоря, я бы с большим удовольствием получил контейнер «Огромный сюрприз», нежели 3 мистических контейнера. Ну, это мое скромное мнение, вы свое пишите в комментариях. Понятное дело, что пройти всю рулетку у меня бабла не хватит однозначно, но для вас покручу немножко и посмотрим, что у нас с этого получится. В принципе, готов слить на данном аккаунте где-то в районе 4000 голды, чисто для того, чтобы посмотреть, какие шансы
выпадения. И что мы с них получим? Итак, мистический контейнер открываем. И с него получаем большое ничего, скорее всего, с учетом моего фарта. Мистический талисман. На данном аккаунте мне еще надо целых 12 их собрать, для того, чтобы открыть контейнер второго уровня, из которого я, скорее всего, тоже ничего не получу. Открываем дальше. 150 золотом. И что мы получаем за данную голду? Давай. Кстати, ребят, там мне в комментариях писали, что нужно вовремя нажимать, когда что-то там на рулетке подсвечивается. Ребят, это не работает абсолютно. Рулетка абсолютно рандомная, и вы не сможете ее остановить в нужный вам момент. Это однозначно. Просто вы дропаете так, чтобы она... Не дропаете, а кликаете для того, чтобы она просто быстрее остановилась. Не более того. А мне, честно говоря, за мою голду хочется все-таки посидеть и посмотреть, и пощекотать себе нервы, раз я все равно этим занимаюсь. Вот так вот просто прокликивая, это можно делать тогда, когда вы просто открываете на все 100%, все 100% прокрутов рулетки для того, чтобы забрать себе, допустим, конкретный танк. Тогда да, тогда нечего щекотать себе нервы, просто открой всю рулетку, а по большому счету просто купи себе огромный набор с машиной. Вот и все. А здесь у меня интерес как раз вот немножечко адреналин из себя повыдавливать. И что нам падает? Собери их все. Вау! Целых два контейнера собери их все. Не знаю, сколько у меня там частей для того, чтобы собрать. Блин, еще целых 5. Долговато. Долговато еще ждать. Навряд ли. Навряд ли косарь мне вернется. Хотя кто его знает? Мало ли. Пока просто ухожу в минус. Как вы видите, ничего интересного не происходит абсолютно. Что у нас получилось по затратам? На данный момент у меня здесь 450, 600, 700 голды. 700 голды, ребят, я уже слил, и ничего по большому счету не получил отсюда. Идем на 1050 голды суммарных затрат и смотрим. Ну, давай. Блин, опять мистический. Неинтересно, серьезно. Мне мистики уже перестали быть интересны однозначно. Потому что, ни о чем. Реально, просто ни о чем. Ничего из них не падает. Ничего классного, ничего веселого. Мне почему-то кажется, что их существенно порезали. Может, я, конечно, ошибаюсь и наговариваю там на добрых людей, но мне почему-то вот так вот по ощущениям кажется, о, соточка назад вернулась, того мои затраты 950. Может неправильно говорю, но у меня вот ощущение такое, что по мистикам раньше выпадало гораздо больше. И, кстати, в комментариях мне об этом очень много тоже писали соответствующих сообщений. Но, опять-таки, еще раз говорю, не пытаюсь на кого-то наговаривать, как есть, так есть. О, дешманский прокрут, я даже не буду его включать в общие затраты и не буду считать это прям какой-то потерей, потому что один золотой как бы ни о чем, а сейчас за них выпадает мне бомбический, да? Фиг там. Но, ребят, сколько заплатил, то, в принципе, и получил. За один золотой контейнер с анимированным аватаром, считайте меня жлобом, считайте меня кем угодно, я не знаю, там, душилой считайте. Но, ребят, я серьезно не отдал бы даже один золотой за вот этот анимированный аватар. Вот просто. Не вижу просто никакого в них смысла. Именно поэтому не готов за них отдавать вообще ничего. Даже серебро, серьезно. Если там осколки какие-то, которые там, не знаю, откуда-то мне повыпадали случайно, окей. Но, блин, реально, голду отдавать, это бредня полнейшая. Так, давай. Давай, выпадай мне, машина. Машина крутая. Нет, нафиг тебе ГСН. Все, раз, два, три, сопли подотри, едем дальше. Ухожу дальше в минус еще на 500 голды. Ну дай хоть что-нибудь, блин, нормальное, пожалуйста. Сволочь ты, блин. Еще один собери их все. Я даже если косарь отсюда заберу с этих собери их все, я все равно не верну себе все вложенное в эту рулетку. Я уже, блин, вкинулся на сколько там? На 2 косаря, считайте. Едем дальше. Но я не знаю, что надо сделать. Там может пойти как-то в безлунную ночь на кладбище или сесть голой задницей на муравейник, может, на какой-то. 3 черных ящика. Здесь хоть как-то. Здесь хоть как-то. Здесь может где-то какая-то голда вернется. 300 голды. Раз. И барабанная дробь. Давай мне контейнер второго уровня.
200 голды. Итого 500 вернули. И что еще мы имеем? Но... 300. Ну окей, хорошо. 800 вернулось, уже хорошо. Это лучше, чем ничего. Серьезно, я пока, получается, типа ушел в минус, но там где-то, я не помню, с чего я стартовал, но ориентировочно на полторуху, да, я сейчас вкинулся. Опять-таки, ничего особо не получил отсюда, кроме великолепных двух анимированных аватаров, о которых я всю ночь мечтал. Так, еще один. Еще один анимированный аватар отправляется в коллекцию. Я говорю, отправляется он в коллекцию. Я говорю, в коллекцию, говорю, он отправляется. На радость мне. Я вот прям сейчас бухать пойду, блин, от счастья. Медный воин. Спасибо вам большое за медного воина. Едем дальше. 550 голды за медного воина. Да ну его в жопу этого. Извиняюсь, медного воина. Так. Ну, что там? Еще лучше! Еще лучше! Контейнер с кастомизацией. Ребят, даже открывать не буду, потому что не хочу расстраиваться. Серьезно. Просто отправлю его в хранилище. Там все равно нет ничего толкового. Если бы там можно было достать хотя бы фон профиля, который на 50 голды можно обменять. Ну, я имею в виду 50 тысяч голды. Или там, я не знаю, анимированный аватар... который можно обменять на десятку, тогда да. А так я просто забираю. И вот обратите внимание, два прокрута. Я заплатил за них более 1000 голды, а получил два вонючих контейнера с кастомизацией. Просто чума. Смотрим на мои шансы. Что у меня по шансам? Шансы у меня великолепные. У меня контейнер с кастомизацией 16%. С анимированным аватаром, слава богу, 9 уже составляет, а не 18, как было ранее. У меня целых 0,18 на бомбические, на целых 20 штук. Черные ящики поднялись с вероятностью, а вот огромный сюрприз, у меня целых 7%, но ни разу не выпал. Вот так вот. Ладно, едем дальше. Как я говорил, я готов потратить где-то ориентировочно 1004 на всю эту богадельню. Ну, давай. Ну, давай в окуп хотя бы так вот, в ноль меня выведи. Спасибо вам большое, как же я рад. Ребят, это реально чума, серьезно. Я начинаю потихоньку психовать, я понимаю всю ущербность данной ситуации. Я думал, что я за 4000, ну, хоть чего-нибудь возьму. Ну, хоть что-то. Но, блин, постоянные контейнеры с кастомизацией, с анимированными аватарами, это тупо, честно говоря, попахивает высасыванием голды просто. Вот наглым вот таким вот высасыванием золота из игроков. Ну хотя бы уберите отсюда эти контейнеры, блин, оставьте какие-то, я не знаю, там, мистики, пускай из них ничего не выпадает, но у тебя хотя бы не будет ощущения изначального того, что кидаловом попахивает. А так получается фигня какая-то. То есть вот насовали вот этой вот гадости, которая занимает вроде бы всего лишь два слота, но по количеству того, сколько раз это все выпадает тебе, это просто ужас ужасный. Так, ну, давай. Талисман золота. Вау! Вау-вау-вау! Все, теперь у меня косарь вернется. Голды. Боже мой, какая прелесть. Иду в окуп. Все, иду прям вообще просто. Я ухожу. Ухожу потихоньку в плюс, но не выходя из минуса. 13132. Так, едем дальше. 650 голды. Но... Вау! Мега-контейнер в количестве двух штук. И что он мне принесет сейчас? Вот так вот. Вот такой вот мега-контейнер на 500 золота. Как вам? Ребят, ну пишите в комментариях, как вам вся вот эта вот история. Сколько голды сюда ввалено и в какой офигительной прибыли я сейчас нахожусь. 750 золота мне назад вернулось, а значит, можем еще немножко покрутить. И они же, я говорил когда про 4000 золота, что готов слить их сюда, то я говорил о том, что я не готов уходить ниже там 12 косарей. Ну, класс. Просто супер. Нет, не знаю, может быть где-то в какой-то более дешевой рулетке я бы и обрадовался черным ящиком, но явно не за такое бабло. То есть сейчас мне прокрут сколько там, 650 стоило, 670, не обратил внимания, но блин, ну вот как это? Но...
Ну вот еще 100. Ну вот, вот так вот. Вот так она крутится. Крутится на абсолютно пустом аккаунте, которым я практически не занимаюсь. Я просто собираю голду каждый день и с ребятами общаюсь в клане и обрабатываю вопросы клана, который создал под этим аккаунтом. Все. Я на нем, в принципе, даже не играю, по большому-то счету. Так, смотрим, что у нас здесь. Ну, еще 400. Класс. Вот так вот. Вот так вот, ребят, получается. Игра не отпускает меня. Казино держит меня. Знаете, вот, вот типичная история с типичным казино, с типичными рулетками и так далее. Вот в реальной жизни. Казино тебя никогда не отпустит. Оно сначала из тебя высасывает, высасывает, высасывает. Потом дает тебе какой-то выигрыш, который твой проигрыш не перекрывает. Но говорит тебе о том, что играй, чувак, играй. Видишь, тебе иногда везет. Итак, мистический талисман. Мне еще надо 7 штук. Не соберу их. А вот здесь, ребят, мистический сертификатик. А тут уже поинтереснее. Ну что, открываем, посмотрим, что выпадет. Аккаунт-то, в принципе, практически голый, поэтому, скорее всего, машины никакой не будет из этой. ВЗ-122ТМ. Не помню, честно говоря, есть у меня на данном аккаунте или нет данной машины. Забираем награду. Сейчас ради интереса... Так, здесь уже все у меня, правильно? Сейчас ради интереса выйдем, посмотрим в отношении того, была эта машина, не была. Если не было, то какую компенсацию я получил. Так, меня поздравили с тем, что 14 дней према мне начислили на аккаунт, на котором я не играю. За что им отдельное спасибо. Нет, ВЗ-122ТМ у меня на аккаунте не было. Лучше бы эта зараза выпала мне на основном аккаунте. Вот серьезно. Ну, не знаю, не знаю. Я считаю, что в данном случае я, в принципе, окупился. Я сейчас получил 8, грубо говоря, за 4000 голды. Ну что, поехали дальше. Делаем еще один прокрут. Договаривали, что ниже 12 мы не уходим. И, в принципе, ну вот, и нет смысла мне дальше, мне кажется, идти. Ну и все. Вот так вот. Поиздевалась на финише надо мной игра. Что у нас получилось? Получилось, что мы сюда влили 4000 золота. Мы здесь получаем теперь вот такие вот шансы на мистические контейнеры, которые становятся равны между собой. Здесь контейнеры с кастомизацией, и слава богу, 7% и 6% на вот эти вот анимированные аватары. Поднялись на мега-контейнеры шансы, поднялись на бомбические, но я бы не сказал, что прям существенно. Я так понимаю, что бомбические достать можно только в самом конце рулетки. Что касается черных ящиков, то здесь существенно поднялись шансы. И контейнеры, собери их все, великолепно просто сияют, тоже 16%. Огромный вот этот вот сюрприз мне так и не выпал. Хотя шанс уже 10%. Вы знаете, с учетом того, что я получил 8 и получил ее, в принципе, по приемлемой для меня цене в 4000 голды, я думаю, что бог с ней, будем считать, что я эту ВЗ-ху купил за 2 косаря. Ой, за 2 косаря, господи. Не за 4 косаря, а за 6. И идем до 10 тысяч порогового значения. Глядишь, может, сейчас что-то и получится. Так, забираем, все, наконец-то закончились контейнеры, вот эти вот великолепные. Так, и у нас, я так понимаю, сейчас будет с анимированным аватаром, скорее всего, какой-нибудь подарочек мне, да? Нет, нет, ребята, контейнер огромный сюрприз, наконец-то выпадает мне. Ну что, сейчас открываем, если там сейчас будет какая-то фигня... ФВ-217 Бадгер. На данном аккаунте Бадгера у меня нет. И если сейчас мне дропнет Бадгер, это будет крутотень крутотенная. Если у меня сейчас выпадет 6500 голды, я возвращаюсь назад к той сумме, с которой начинал, и ВЗ получаю абсолютно себе бесплатно. А вот здесь настроение, ребят, уже поднялось. Если всю рулетку я прокручивал вот с тяжестью и сожалением, то сейчас у меня прям побанчик. Праздник, праздник души, ребята. Вот теперь точно бухать пойду, но только теперь по истинной радости. Что у нас получается? У нас получается такая кухня, что я возвращаюсь к изначальному значению, а может быть даже и выше поднялся, и при этом всем получил себе 8 абсолютно бесплатно. Но все благодаря тому, что данной 8 у меня не было, потому что если бы была, я бы получил компенсацию серебром. Слушайте,
Я понимаю, что казино меня не отпускает, но я продолжаю специально для вас. Поставьте мне, пожалуйста, лайкосик, я вам буду безумно за это благодарен, безумно будет приятно ваша поддержка, в частности, в отношении продвижения контента на платформе. Так, что тут у нас? Талисман на золото. Ну, тут понятно, здесь ничего не будет. Еще один, открываем, собери их все. Будет сюрприз для меня сейчас из этого ящика какой-то или нет? Черчилль третий! Бомба, просто бомба! Ребят, я сейчас нахожусь уже в плюсе, потому что я получил себе Черчилля третьего, недалеко ушел от исходного значения, и, слушайте, это действительно прикольно. Не знаю, осмелюсь ли я это делать на своем основном аккаунте, потому что это действительно очень дергает меня за нервы. Так, здесь у нас контейнер, огромный сюрприз еще раз. Из него мы получаем контейнер, из которого в любом случае мы получим либо голду, либо машину. TL7120 нет ни на одном моем аккаунте, потому что я не считаю данную машину годной и в жизни бы себе ее не покупал. Ну, разве что для коллекции где-нибудь потом. 1750 золота могу получить, ну, либо саму машину. Вот здесь не совсем понятно. Всего лишь 1750 против девятки, а против десятки было 6,5. Ну да, соглашусь, там Бадгер, но все-таки. Что будет? Машина все-таки или голда? Голда, 1750. Ну, обидно. Обидно, ребята. Обзавелся бы машиной, которой нет ни на одном из аккаунтов. Был бы счастлив и доволен. Но я уже нахожусь в плюсе на косарь голды. И две машины в ангаре у меня стоит. Слушайте, ну блин. Разработчики так разработчики. Ну, умеют. Я уже отложил, честно говоря, свой блокнот с записями, сколько голды я куда там вложил, сколько мне вернулось и так далее, потому что это уже сейчас не имеет никакого прямого смысла. Забрал случайно черный ящик. Ладно, поехали дальше. Выпадет еще черный ящик, тогда откроем просто два. Ну, или четыре, в зависимости от того, какой черный ящик упадет. Пожалуйста, четыре черных ящика сейчас открываем. И смотрим, что у нас там по голде. Но... 300. 300, 300. И... на втором контейнере у нас сейчас будет... ну, скорее всего, либо сотка, либо 200. 300. Ух ты. 600 голды возвращается. Третий контейнер. Но... еще 300. Ой-ой-ой-ой. Да, блин, такого открытия давно у меня не было. Еще 200 и черный ящик третьего уровня. Просто чума. Блин, слушайте, ну, по-моему, субботнее утро у меня сейчас по ощущениям прям зашло. Да, вот, блин, не ожидал я, честно говоря, что так будет моя суббота складываться. 17 тысяч на счету, 1200 за прокрут. Дай гулять-то гулять в конце-то концов. Ну, сейчас, если вот это выпадет, я опять расстроюсь. Но, ладно, бог с ним, прощу. Прощу разработчиков, так уж и быть. Мистический контейнер один. Ну, там долго мне еще собирать эти части сертификатов, но все равно, оглядишь, а что-нибудь. Так, мистический талисман, ну, всего лишь 9 из 15, и 100 голды назад вернулось. Здесь, конечно, не алло, прямо скажем, не алло. Так, 1300, и вот здесь, ребят, мы начинаем подходить к тому моменту, когда стоит хорошенько подумать. Объясню сейчас почему. Дело в том, что, смотрите, награды, они остаются по большому счету теми же самыми по объему того, что могут вам дать, да, то есть черные ящики будут давать вам то же количество голды, что и ранее, те же самые мистические и собери их все, они все будут вам предоставлять все то же самое. Но обратите внимание, что начиная с, грубо говоря, где-то эндок 26-27 прокрута вы будете крутить вот эту всю прелесть все дороже и дороже, и здесь ценник реально очень сильно растет, а вероятность выпадения оттуда чего-то действительно годного все меньше и меньше. И вот мне почему-то кажется, что
необходимо останавливаться либо на 24-м прокруте, либо на 30-м. Все зависит от вашей золотой копилки, и вопрос только к вам в отношении того, готовы ли вы вот эти вот, грубо говоря, 6000 голды дополнительно вкинуть в эту рулетку между 24-м и 30-м прокрутом. Я сейчас делаю 2 прокрута в любом случае на 1450. Игра дала мне 2 танка. Игра вернула мне достаточное количество голды. За те 2 танка я готов заплатить золото, то, которое сейчас будет у меня в виде минуса по моей золотой копилке. Я имею в виду сначала старта прокрута мною данной рулеточки. И делаю прокрут тот, который за 1 золотой. И все. И дальше я не уйду. Ребят, умейте вовремя остановиться. Помните, что казино всегда побеждает. И помните о том, что... на всех халявы хватать точно не будет. Мега-контейнер. 2. Получаем таких конта. Открываем их, смотрим, что в них. И на этом, ребят, заканчиваем. Я умею вовремя остановиться и иду ва-банк только лишь тогда, когда действительно в этом есть какой-то смысл. Так, я не дооткрыл один мега-контейнер. Сейчас зайдем в раздел «Разное». Дооткроем данный конт. Ну и, соответственно, на этом, я думаю... как говорится, большой привет. Контейнеры с кастомизацией, не думаю, что кому-то интересные, а значит, подкрою их потом как-нибудь. Меня они вообще не интересуют. Теперь давайте будем подбивать итоги. Потрачено мною суммарно на данную рулетку, грубо говоря, 3000 золота. Ну, то есть, тратил, что-то возвращалось, и в итоге я сейчас по золотой копилке в минусе на 3 косаря голды. Что я за эти 3 косаря голды получил? Кучу всякой всячины, что-то нужное, что-то нет. Возможно, если бы играл на данном аккаунте, радовался бы тому, что мне попадали бустеры и так далее. У меня был шанс забрать себе Бадгера. Вместо Бадгера выпало 6500 золота компенсации. Я получил себе восьмерку ВЗ-122ТМ, которая, ну, довольно-таки интересная. Пускай не имбовая, но в коллекцию пойдет. Я имел возможность получить, опять-таки, ТЛ-7120, но не получил его, получил 1750 золотом в виде компенсации морального ущерба и забрал себе Черчилля 3-го. Да, пятерка, но в коллекцию меня вполне себе даже устроит. Короче говоря, ребят, крутите с умом, не допускайте ошибки в виде того, чтобы идти ва-банк тогда, когда этого не стоит, и помните о суммарной стоимости данной рулетки в 66 843 голды, если я правильно все посчитал. Побежал снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, искренне желаю мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.